Здравствуйте, дорогие зрители, я вас приветствую на обучающем канале IT District. Я тут позаканчивал все свои проекты и освободился, и решил возобновить обучение Android-разработки. Сегодня, наверное, ближе к 6-5 вечера, я выпущу презентацию нового курса и также расскажу в своем видео о проблеме, о очень такой важной проблеме, которая состоит в том, как правильно начать обучение Android-разработки. То есть, как правильно стартовать. Я также расскажу о таком подходе, как быстрый результат на короткой дистанции. То есть, к чему приводит неправильный подход к обучению и как ваш мозг сопротивляется тому, что вы изучаете, но в итоге не видите результата. В общем, это очень важный вопрос, который мы разберем в сегодняшнем видео. Примерно с 4 до 6 выйдет это видео, так что Вы можете зайти на YouTube и посмотреть это видео. А для всех тех, кто хочет очень быстро, буквально через 2 недели уже начать разрабатывать мобильное приложение, будет специальный курс, в котором я буду работать с вами индивидуально. Переписка и созвон будет происходить у нас в WhatsApp. То есть это вот прям горячее приложение по очень низкой цене. Просто такого еще не было. Этот курс уже записан. Вы просто будете обучаться на закрытом сайте. Все подробности сегодня вечером, так что будьте на связи и смотрите сегодня новое видео. В общем, до вечера.